Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Call of Duty 2 Front. Вернуться к игре Черкасская, 4 июля 43 года. Дорогая моя Наташа, вчера поздно вечером нас погрузили в вагоны. Нам ничего конкретно не говорят. Продолжить. Поныри. Дорогая Наташа, нас перевели на север. Теперь мы временно прикомандированы. За пределами Понырей. Слушайте внимательно, товарищи. Севернее этого холма мы будем штурмовать железнодорожную станцию, где наши танки мягко вынудят противника покинуть свои посты и умереть. Как только станция будет захвачена, мы станем усиливать наше наступление до тех пор, пока все немцы, оставшиеся в Понырях, не умрут. Выступаем! Хорошо. Полетели. Ой-ой-ой-ой. Ой. Что такой разбег-то прямо большой? Всем прикрытие, используйте танки! Не беспокойся. Использую. Вон как все поставлено. Да отойди. Где? Так, перебегаем. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Кто там? Так, минутку. Мимо. Давай. Высунься. Давай. Опа, опа, опа. Неплохо. Ага, хрен заберешься так. Не ползет под вагонами. В этом плане она не продумана. Понятно, все с левого фланга надо было, значит, начинать. Подождите, а я кого-то же тут гасил. А, они вот за этими брустерами. Левый фланг! Да, уйди ты! Давай. Вот так. Тихо. Как тебе орехи, когда отстрелят? Тихо, тихо. Лежать. Спокойно. Ваш снайпер, Юра, сними его. Мы позаботимся о немцах на станции. Давай. Одного выстрела с мощники хватило? Что за...
спокойно, спокойно, это по мне стреляют. Так, ну ладно, со снайпером мы разобрались. Где ты? На. Давай. Ой-ой-ой. Тихо. У нас задача-то какая? Очистите, ага. Тихо, тихо, тихо. Подождите, я пойду посмотрю там. Мне же надо аптечку хотя бы еще одну. Сидишь? Падла. Вот как тебя оттуда? Не достать, да? Ладно. И аптечек ты не дашь. Хорошо. Так. Вот тут по-любому должны быть аптечки. Не может быть такого, что безаптечные вы были. Так, это те, которые я уничтожал. Перезаряжаем на 5. Ну, идем, идем. Заходите, заходите. Так, что мы тут имеем? Еще. Так, это наш. Как назад? Какой назад? Ой-ой-ой. Вы в кого? А, я даже не заметил этой дыры-то. Прелестно, прелестно. По мордам, правильно. Нет. Нам, не надеюсь, не надо будет удерживать ее. Вперед, вперед, вперед. Папам, папам, папам. Станция захвачена. Это же хорошо. Ну. Так. Где кто? Что, уже все? Назад? Ой-ой-ой, форсируем.
такое, молодец. Себя просто так не хвалю. Сюда. Да не вижу я, с кем воюю. Подожди. Ага, это наш. Нифига не так. Ладно. Блин, значит, надо пустить, чтобы те захватывали. Давай. Так. Вот уже лучше. Давайте, продвигайтесь. Блин, нифига не так. Сюда пойдем. Попробуем маленько по-другому. Да волнуть. Так. Так, войдите в школу с запада. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Да тихо ты. О, не попал и по мне, и то, слава богу. На. Вот ничего себе ученички-то. Злые. Взяли, взяли. Не понял, тут кто-то. Кто там бегал? Ай-яй-яй-яй-яй. А что, спрятались за столом, думали, что не прострелит? А что, что за столб у вас такой, который не простреливаемый? Давай, проходите. Проходите, проходите, не стесняйтесь. Сюда, сюда. Так.
Господи, что это за... Так, это не берется, да? Это не берется. Это наш. Да. Раз я его убить не смог. Проверочка, да? Так. А что, перегруппируйтесь со своим отделением. Ну давай, ладно. Только... Не назад. Так. А вот я по ним и стрелял. По своему отделению. Мы должны Юра, иди за Борисом и прикрывай его, пока он не уничтожит танк. Давай, где вы? Защищайте. Понятно. Все. Получили. Да, вот они, падлы. Так, перебежаем. Давай, 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 давай. Ох вы, петушара. Вперед. Вперед, воины. Так, пол дела сделано. Как ты быстро развернулся? Так. На. Давай, бах. Есть. Тихо, 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 тихо. Что дольше солдатам бить там? Так, расчистите дорогу. Расчистили, расчистили. Штурм завода начался. Эх, тут что? Мне можно было вот так и обойти. Штурм завода.
Возьмите фабрику штурмом. Ну тогда почему штурмом именно? Что, другими способами ее не взять? Ой-ой-ой. Да тихо ты. На. На. Вот вперед. Аптечки есть? Мне нужны аптечки. Аптечек нет, ладно. Газуем, газуем, газуем. Вот аптечка. И вы, Ваньки, просто так стояли, понятно. Ну-ка. Так не пойдет, вы меня так загасите. Так. Так. Есть аптечки еще? А вот откуда тут аптечки-то не было? Так. Давай, иди, иди. Блин, да почему? По мне так. Охренительно стреляешь. А что, такая большая жирная мишень, что ли? Где вы? Падла. Давай, давай, аптечки, птички. Блин. Так. Вперед! На производственный этаж! На производственный вообще-то первый этаж всегда был. Если тут говно кто-то выпускает, то может быть. А, кстати, надо из пистолета пострелять. Навряд ли, конечно, я в кого-то могу так серьезно там что-то навредить, сделать, но пострелять надо. Давай, давай. Ух ты, смотрите, кого-то попал даже. Почему ты свою бестолковую-то сюда суешь? Еще разок. Еще разок. Так. Вот так лучше, да? Пока наши силы занимают их, мы будем убивать их изнутри. Ну ладно, я с пистолета просто попробовал пострелять. Давай.
Нормально? Я вас покоцал. Аптечки, конечно. Блин. Все плюшки ищешь. Так. Мне что надо сделать? Подавите все немецкие. Вау. Вон оно что. Бам-бам-бам-бам-бам. Ой-ой-ой. На. 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 Меня все равно накрыли. Так, задача обновлена. Ну, зато мы уже подавили быстро, да? Значит, надо гранаты. Без проблем. На. Так. Сюда перебежим. Так, панцирь, уничтожьте танк, где мне взять это? Где мне взять это все дело? Так. Блин, подождите, что-то не то. Надо, а все понятно, каждый раз надо отстреливать. Где второй? Стоять. Во-во-во-во. Так. А почему он сразу-то так уничтожается? Куда-то надо в определенное место ему попасть, что ли? Тихо ты. Так. На. Блин. Все не так как-то. Так. Подождите, 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 подожди. Я ищу, может, где-то еще есть. Нету, 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 нету. Блин, он только один, что ли, лежит. Так. Вот это, ну, пиздякаться-то придется.
Вот так. Восстание подавлено. Нет, это. Товарищи, мы изгнали врага из панырей. И мы не остановимся до тех пор, пока вся немецкая армия не будет изгнана с русской земли. Ну, вот так вот, да, значит. Наша величайшая слава не в том, что не терпим поражения, а в том, что встаем после каждого поражения. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!